Паломническая служба Челябинской епархии приглашает прикоснуться к святыням Башкортостана. С 4 по 7 июля запланирован маршрут Табынь, Дедов, село Скворчихино. Девятая пятница после Пасхи – день празднования Табынской иконы Божией Матери. Паломническая служба специально составила расписание так, чтобы 5 июля быть в Табыне, точнее, в Богородице Табынском женском монастыре. Обитель расположена на Святых Соленых Ключах, рядом с горой, у подножия которой было первое, второе и третье обретение чудотворной иконы Табынской Божией Матери. Далее южноуральцы отправятся в небольшое селение Скворчиха Ишимбайского района, где расположен женский монастырь блаженной Варвары Скворчихинской. Узнать все подробности и записаться можно по телефонам 8 919 346 3067. Мария 8 951 781 0913. Юлия